Как убрать висячий живот? Большой живот – это большая проблема, особенно касается девушек старше 40. Неправильное питание и отсутствие физических нагрузок неизбежно приводит к тому, что ваш живот выглядит не очень. Девушки, вы наедали ваш красивый живот годами, поэтому, конечно же, за одну неделю мы не сможем его убрать. Тем не менее, я вам сейчас дам ряд упражнений, которые дадут хороший толчок для того, чтобы ваш живот начал уходить. Это канал SJ Body, меня зовут Спартак, мне 41 год, я фитнес-тренер из Симферополя. И сейчас я покажу тебе, что нужно делать. Итак, первое упражнение очень простое. Становимся, ручки по швам, и потом на выдохе поднимаем руки и отводим ногу в сторону. Одна минута. Второе упражнение тоже простое. Руки за голову. Теперь пытаемся наклониться и коснуться колена в локте. Одна минута. Ну и третье упражнение. Пытаемся коснуться рукой противоположной ноги. Вроде бы ерунда, но за 2 минуты вы точно устанете. Делайте эти упражнения регулярно, не забывайте про дефицит калорий, обязательно сохраните это видео и подпишитесь.